Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Bulletstorm. И остановились мы на том, что спасли Иши. И замочили гигантское растение. Куда она делась? А этот где? Ну вот, я тебя стоплю, да? Ладно, идем. Надо пополнить боезапас опять. Максимум купим тут. Это что? Ладно, потрачу свои очки. Это у меня их дофига. Вот так. Отлично. Remember General Serrano? Sure do. Serrano got the cleanup job down here. Ordered to wipe out the mutants and the gangs and leave the city intact. He decided to use the job to test some final Echo candidates. I led a division down here a year back. Oh yeah, and your squad did a super top-notch job too. Spick and span, mission accomplished. We underestimated the situation. Only a few of us made it back. Operation Anarchy was a total failure. So the skill shot readouts I'm seeing on the leash's hub, this is some kind of combat analysis bullshit? A lot of points to determine if a drop kit will allow you to resupply. Soldiers who excelled got resupplied. The others didn't. Gonna make Darwin proud. Look, more skulls. Yeah, motivated. They're looking to get a hold on our meal ticket. Да они ж там не проедут. Ну или проедут. Да куда вы опять убежали без меня? Кидалы, а? This is it. What is what? This is the only way down. If you say so. Так, ничего больше нет. Крутой такой. Зинь-зинь. Да... Че ты уклоняешься-то? Жив, что ли, еще?
Ну, кто еще? Халявные очки. Стою. Достал. У него ананас вместо башки. Много, что ли, у вас там еще? Все, хана. Я уже думал, он не сдохнет. Надо было сразу лифт вызвать. Меня током долбануло, что ли? Чё тут встал? Это мое место. Да тебе достану? Достал. Да не трогайте его. Отлично. Ты как долетел? Ну перелази. Thank you.
полетай немножко. Ты тоже. Еее. Да я чё, не достаюсь ему до кого? Сдох раньше, чем полетел. Все, все сдохли. У нас непобедимая команда. Если только не умрем сейчас. От того, что нас здание придавит. Ой. Нам точно сюда? Еще есть и тут. Бутылка. Сразу хорошо стало. Кого ты там стрелял, а? Ты что, слишком быстрый, что ли? Но недостаточно, чтобы уклониться от моего хлыста. И жив. Кто стреляет-то? Ты долетишь? Нет, не долетел. Куда это он? Ко мне. А там аппетит жирный. Неплохо. Погоди-ка.
так не сюда. Бежим. Вы успели добежать? Действие 5, глава 1. Устойчивый к крушению. Так, до вагона надо добраться. Опять лифт. Вертушки. А, это свой. Где клиенты? Ты мой клиент. Или может быть ты? Ты чё вскочил-то? Кто вас уклоняться-то учит? Уроды. Ко мне. Иди полетай. Так. Летай. Здоровый там. А у него сзади баллон же есть. Ты-то еще рядом с нами стоишь. Обалдел вообще. Ты не из нашей компании. Ау. О, мы до него добрались. А вот
поезд. Сейчас кто-нибудь попрет, да? Burn your keep and lay down some covering fire. Here they come. Давай попаду. Чуть и стоит. Ау. Стой на месте. Шею, что ли, там попал? Так разбивайся. Роджер. Попёрли. Бум. Давай, упади. Ой, тебя слишком долго убивать. Иди к своим братанам. Они вон там ждут тебя. Это все? Через другую сторону, отлично. Тоже что ли летает лучше? А, я застрял. Взрыв! Ну, взрыв обломался. Чё ты в меня его пинаешь? Так, это свой. Это явно не свой. Давайте я его отвлекаю, стреляйте в спину ему. Ч
Через скамейку ты же не сможешь. Ну да. Мать. Давай, ту кого? Хана мне. Пойдем. А на наш поезд будут так напрыгивать? Опять крушение, да? В принципе, ничего нового. Постоянно в этой игре разбиваемся. Действие 5 глава 2. Что будем с этим делать? Ничего себе, они там силачи. Ладно, проходить дальше будем уже в следующей серии. Пока, всем спасибо за просмотр и всем пока.